Всем привет! Вы на канале Zeus News. Советский актер Савелий Крамаров, несмотря на свою огромную популярность, был в сущности очень одиноким человеком. У любимца миллионов советского актера Савелия Крамарова была нелегкая судьба. Родной отец актера Виктор Крамаров, известный адвокат, был осужден как враг народа. Мать одна воспитывала мальчика. Во время отбывания срока заключения они развелись. Так тогда делали многие, чтобы у семьи не было неприятностей. После освобождения Виктор Крамаров не вернулся к родной семье. У него появилась другая женщина. Когда Савелию было всего 16 лет, он остался без матери. Она умерла от рака, и он стал жить у дяди. Уже потом у Крамарова появилась настоящая фобия по поводу этой болезни. Он начал активно заниматься зарядкой, йогой и тщательно следить за своим питанием, лишь бы только не постигла его участь мамы. Но этого не произошло. Ему был поставлен тот же диагноз, но спустя годы актер его победил. Были операции, химия, но потом еще был тромбоз и инсульт. Навалилось все быстро и сразу, и врачи не смогли его спасти. Актеру было всего 60 лет. Личная жизнь у актера складывалась не совсем благополучно. Первый брак с однокурсницей по театральному училищу распался. Во втором браке с архитектором Марией Шатинской родилась дочь Маша, которая умерла еще младенцем. Но в 53 года в его жизни случилось, наверное, самое радостное событие. Вторая супруга актера подарила ему дочь, которую назвали Бенедикта, Бастинада Савельевна. Савелий Крамаров очень любил свою маму, его мама Бенедикта Соломоновна была очень близким для него человеком. Поэтому и свою единственную дочь, которую судьба ему подарила после стольких испытаний, он назвал в честь нее. А сам он ласково называл ее Бася. Бася родилась уже в Америке в 87 году. Тогда актер думал, что это надолго скрепит их союз со второй женой Мариной Збровской. Но этого, к сожалению, не случилось. Вскоре после рождения дочери они разошлись. Марина не смогла простить ему измену. Она мстила по-женски, запрещала ему видеться с ребенком. И сразу после расставания уехала с дочкой в другой город, подальше от Крамарова. Для актера это был второй удар. Он сражался с болезнями и лишь изредка виделся с дочерью. Эти короткие встречи были для актера настоящей радостью. Это была его кровь, его продолжение. Даже уже когда, будучи тяжело больным, он из-за проблем со зрением не мог видеть дочь. Бася просто садилась рядом с ним, и они долго разговаривали. Тогда рядом с ним была его последняя любовь, Наталья Сирадзе. С ней он расписался за полгода до своей кончины. Савелия Крамарова не стало, когда Басе было всего 7 лет. Она смутно помнит отца и не говорит по-русски. Однако она знает, что там, в далекой России, ее папа был очень известным актером, и его любила вся страна. Басе сейчас живет в Лас-Вегасе, ей уже 33 года. 5 лет назад она вышла замуж по большой любви за интеллигентного молодого человека. Что касается ее профессии, сначала Бася работала в модельном бизнесе, а потом решила получить более стабильную профессию и стала очень хорошим бухгалтером. Бенедикта не дает интервью о своем отце, и русские друзья актера признаются, что видели ее в последний раз в 1995 году на похоронах Крамарова. Но это не так важно, важно то, что у великого актера осталась дочь, которой он дал жизнь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!